Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, и сегодня мы снова играем в мобильный КРМП на Black Russia Roleplay. Ссылочка на проект есть в описании к этому ролику, играйте вместе со мной. А также, ребята, в описании к этому ролику находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Чтобы, ребята, ввести промокодик, нужно в чате ввести /промо, как это делаю сейчас я, и после этого ввести мой промокодик, который также есть в описании к этому ролику, это хэштег Донни, таким получается образом. Далее окей и ввести. И также, ребята, при регистрации указывайте мой ник, как пригласившего вас на сервер, и тогда получите вдвойне больше денежных бонусов. Итак, ребята, как вы помните, в прошлом ролике я купил себе такой вот Skyline R34, тачка очень крутая, я покатался, подрифтил, и она мне, в принципе, понравилась, но я подумал, ребята, что мне хочется купить другую тачку, ребята, и речь идет о BMW E30, я думаю, что все ее знают, все катаются на ней, и мне реально люди говорили, что она дрифтит лучше, поэтому я хочу купить себе E30, и для этого нам нужно ехать в автосалон, который у нас находится, сейчас посмотрим, где он находится у нас, сейчас вот здесь, ребята. Все, едем сейчас в автосалон, и там я хочу купить себе BMW E30, и, ребята, после этого на ней мы устроим лютый дрифт. К тому же эта BMW классно прокачивается, есть на нее винилы, в принципе, на Sky тоже есть винилы, но просто я покатался, короче, на Sky и решил, что хочу купить себе BMW, хотя бы чтобы их сравнить реально, потому что Sky, да, в режиме дрифта, он дрифтит, в принципе, вот уже мы пошли бочком, да, он как бы неплохо дрифтит, но я хочу купить себе E30 и посмотреть, ну, как она вообще, ребята, бочком наваливает. К тому же BMW стоит дешевле, он даже продается в другом автосалоне, поэтому, ребята, едем сейчас туда, и там я куплю себе E30. Также можно было купить себе Mark, потому что, как вы знаете, Mark, так это вообще прям, ну, лютый дрифт, как бы, кар, да, разумеется, как бы все это понимают. Но E30, как бы, она поменьше размером, габаритом, поэтому я хочу купить себе именно BMW. Так, ну пока у меня дрифт-мод, тем более, я думаю, что дрифт-мод лучше, ребята, обрубить, потому что с ним кататься просто по улице, ну, тяжело. Так, мы его выключаем, поехали, так, просто на обычном режиме. Все, ребята, поехали в автосалон. Как вы видите, у меня сейчас на руках буквально 3 мульта, но этого, я думаю, что мне, скорее всего, хватит, чтобы купить себе какую-нибудь тачку. Поэтому, ребята, летим сейчас в автосалон, и там я куплю себе ту самую BMW E30. Также там, конечно, продаются в том же автосалоне и марки. Но я думал, что, скорее всего, возможно, марки я куплю себе. Но, ребята, не сегодня точно. Сегодня я куплю себе E30, и по возможности я ее прокачаю. Потому что была такая тема, что недавно я, когда купил себе Sky, и когда я пытался Sky прокачать, я просто из игры вылетал. Почему это было, я не знаю. Но такая вот тема срабатывала. Вот. Поэтому сейчас мы летим. Летим до автосалона. Ну и, в принципе, мы уже почти подъехали. У меня, кстати говоря, уже убитая тачка, она вся дымится, но не, это как бы не страшно. И вот мы сейчас уже подъехали к автосалону, сейчас нужно здесь налево повернуть. Так, поворачиваем. Единственное, что... Так, пропускаем машину. Единственное, что вот как раз E30. А вроде как машина появится не здесь, а в среднем автосалоне. Вроде как, если я не ошибаюсь. Так, давайте мы сейчас уберем сразу же Sky, чтобы он нам здесь не мешал. Так, мы его убираем, да. И, ребята, быстренько сейчас мы забегаем именно в автосалон. Так, здесь я был всего один раз, кстати говоря. Так, что у нас здесь есть? Зазики, понятно. Вазики... Так, копейка, Волга, Гольф, семера. Кстати говоря, семера можно было бы купить. Семера, по идее, наваливает боком неплохо. Ну, в реальной жизни, если заварить диф, то точно. Так, четырка, пятнашка. Так, Вольва. Так, это у нас... Вот, ребята, BMW E30. Стоит как бы надешево, всего лишь 300 косарей. И как бы по факту раздолбать такую тачку, ну, вообще прям не жалко. Ну, по идее, да, просто BMW E30 стоит как бы на 300 косарей. Ну, именно здесь, да. И как бы ее можно реально купить. К тому же она будет... Быстро, гляньте на скорость ее. То есть, предположим, стоит приора, максималка 183. У этой BMW максималка 240, понимаете? Как бы, ну это мощно. А также можно купить урбан. Ну, разумеется, нафиг он нужен сейчас. Урбан можно покупать на лето для оффрода. Так, Mazda 3-ка. Так, Mark тоже 223 максималка, но стоит 420. Короче, ребята, я выбрал для себя тачку. Я покупаю именно E30, где она у нас находится. Вот, ребята, E30. Приобрести. Да, белая вот это пускай пока будет. 300 косарей с меня списалось. И так. Теперь нужно ее найти, потому что здесь прям какая-то вакханалия происходит. Так, слэш-кар вожу. Так, вот моя E30. Так, загрузить. Загрузить. И она появилась у нас. Она, скорее всего, ваша машина была загружена. А где она? Так, нужно найти белую E30. Видимо, она вон там, да, стоит, скорее всего.
Видимо, это моя... Почему-то какая-то она серая слишком, нет? Это, видимо, из-за текстурок здешних. Так, давайте мы ведем слэш-лок. Да, вот она, это она. Мы ее забираем и... Так, сейчас к нам... Так, Артем, садись ко мне. Так, все, мы тачку закрываем. И, ребята, можно ехать. Вот моя Е30. Теперь вопрос, самый главный вопрос. Как она дрифтит в дрифт-моде? Так, сейчас мы только выйдем отсюда, потому что здесь что происходит? Ребята, осторожненько. Ну, сначала я и сделаю тюнинг внешний обязательно, потому что, ну, я должен понять, как она внешне вообще тюнингуется. По идее, она тюнингуется прикольно. К тому же на нее есть винил, это самое главное. Это, думаю, что мы сделаем либо сегодня, либо потом, посмотрим. Но вообще, если так говорить, то как бы это так. Тачка, скорее всего, она как, ну, имба считается среди машин низкого класса, ибо, ну, стоит, предположим, она не сильно дороже, чем, предположим, там, Волга там какая-нибудь и так далее, но цена у нее, ну, лютая, то есть всего лишь 300 косарей, максималка 250 вроде бы, ну, то есть, понимаете, цена на BMW здесь просто очень низкая для ее скорости максимальной. Ну и, конечно, ребята, сейчас я уже потихонечку подъезжаю к прокачке, надеюсь, там у нас не будет много народу, я смогу ее прокачать. В плане цвета, думаю, скорее всего, сделаю ее красного, либо какому-то еще, посмотрим, не знаю пока. Так, все, мы подъехали, и сейчас мне нужен... Мне нужен механик. Так, только нам нужно сейчас заглушить нашу BMW, чтобы бензин здесь не закончился, а то будет печалька. Так, сейчас мы сядем и заглушим тачку. Так, надеюсь, что здесь будет много, короче, деталей для прокачки. На самом деле, я на это очень надеюсь и рассчитываю, поэтому сейчас мы быстренько бежим. Бежим. И сейчас мы, ребята, посмотрим, что есть у этой BMW. Так, цвет покрасочной работы. Так, есть покраски, отлично. Есть такая зеленая, есть серая, есть такая красная, есть опять серая. Такая вот красно-серо-белая и желто-черно-белая, еще седьмая. Слушайте, ну покрасок много, это круто. 9 уже работ, 10 есть покрасок, 11, 12, 13, 14. Сколько есть вообще покрасок на нее? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ема здесь покрасок, ребят, на нее просто море. 24... Я жду вообще, ну, 29. Сколько вообще, ребят, здесь покрасок? Серьезно? 50 покрасок на BMW. Офигеть. Давайте какую-нибудь выберем, например... ну, слушайте, тяжело выбрать на самом деле очень, потому что вариантов много, да, такой может быть. Хотя такой часто я вроде как встречаю на улице, поэтому, блин, ну, ребят, тяжело выбрать очень. Пускай будет такая синяя, белая, черная, прикольненькая, давайте мы такую сделаем, да, хорошо. Сейчас нам ее как раз перекрасит Александр, и мы посмотрим, что у нас получится в плане покраски, но я уже предвкушаю, что машинка получится очень прикольная, очень красивая. Так, ну-ка. Допустим, хорошо, мне нравится. Окей, слам YouTube, да, братан, здорово. Так, все, забегаем сейчас мы дальше. И что у нас еще есть? Так, спойлер есть, да, есть спойлер, прекрасно. Сколько вариантов? Давайте просто промотаем. А, все, 5 вариантов, окей. Так, здесь есть такой, ну, я думаю, что максимальную лавку. Вот такую огромную лавку. Это же таки дрифт-корч, понимаете? Нужно прям делать максимальный колхоз по красоте. Так, все, делаем сейчас мы спойлер на эту ласточку. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Но, видимо, огромная лавка просто будет по красоте сделана. О, да, мне нравится. Отлично, за 5 косарей мы поставили. Так, идем дальше. Так, значит, что еще можно сделать? Я думаю, что стоит сделать передний бампер обязательно. Тупо залетели челики, которые начали, короче, типа, оскорблять всех подряд. Ну, видимо, неадекваты, либо в жизни чего-то не хватает. Так, выхлоп. Что с выхлопом можно сделать? Так, можно... Давайте такую огромную банку поставим по красоте. Просто огромная банка, офигенно. Я думаю, что нужно сделать ей колеса обязательно огромные. Огромные колеса вообще просто ей поставим, чтобы было все по красоте. Так, сейчас мы делаем... Конечно, здесь двойная баночка. Сейчас поставлю одну баночку, но она будет больше, чем эти две, поэтому получится прикольно. Вот, отличненько. Так, идем дальше. Так, и еще. На самом деле прикольно, что это BMW, есть просто море тюнинга. Это реально по красоте просто. Так, закись азота мы тоже делаем. Давайте мы ее поставим. Отличненько. На самом деле нитро очень крутая тема, потому что, как вы знаете, у меня на Sky не было нитро, и, короче, машина просто боком ходила с трудом, а под нитро будет просто офигенно. Так, сейчас мы сделаем нитро, в принципе, можно прямо идти дальше уже
Так, смотри, что еще есть для тачки. Так, и третий у нас гидравлика. Не надо диски. Вот, вот это нужно делать обязательно. Я думаю, что какие-нибудь, ну, типа, воссаны было бы очень круто. Только мне кажется, ли это опять какие-то супер огромные колеса, нет? Просто, ну, вроде как да, вроде как не просто огромные. ББС поставим обязательно. Да-да-да-да-да. Оставим их белого цвета, чтобы все было просто по красоте. Единственное, ребята, что у меня, возможно, сейчас выключится камера, потому что уже осталось мне буквально 5 минут записи, поэтому... Сейчас посмотрим. Так, делаем сейчас колеса. Во, отлично, мне нравятся очень колеса. Просто красота, красота, красота. Так, и идем дальше. Что еще можно поставить? Другое у нас что есть? Есть сплиттер какой-нибудь? Блин, еще сплиттер есть, реально. Давайте сделаем сплиттер. Слушайте, BMW, ребята, просто пушка. Отвечаю, мне ребята подсказали, типа, то, что это очень крутая машина для прокачки. Так оно и есть. Она стоит дешево, едет максималка у нее просто лютая. Прокачивается она просто бешено. Просто гляньте, как она прокачивается. Реально круто. То есть бампера, колеса, понятно, есть покраска, спойлер, сплиттер. Блин, просто здесь дофига, что можно с ней сделать. Все, сплиттер готов. И еще осталось только проверить, есть ли у нее еще что-нибудь, типа крыша. Крыша, ничего нету, все, отличненько. В принципе, ребята, получилось прям по красоте. Мне очень понравилось. И я думаю, что можно ехать. Так, ну что, собственно говоря, тачка готова. Так, мы ее закрываем, поехали отсюда. И вот сейчас, ребята, будет интересно, что у нас получится в итоге из нашей BMW. Так, пацаны. Пацаны, здесь меня забаррикадировали. Можно как-то мне проехать, пожалуйста? Я вас очень прошу всех. Ребятушки, пожалуйста, можно я проеду? Спасибо, от души проехал. Итак, сейчас будет просто момент X, потому что сейчас я подрублю, собственно говоря... Да ёпарэ сэте, ну что вы делаете? Ну какие же вы отбитые челики. Да, есть такие отбитые, которые вот такую тему... Ага, вот Матвей, короче. Ну, вы поняли, он, видимо, совсем у него с головой не дружит. Видимо, какие-то проблемы у него. Поэтому он такой обиженный по детству. Так, все, поехали. Сейчас, ребята, я хочу протестировать ее нитро. Ну, прикиньте, короче, это челик вот на рейнджаке Матвей, да, он так едет за мной. То есть, представляете, он просто едет за мной, меня пытается сейчас бить. Ну, то есть... Ну, вы понимаете, то есть такие... Вот, опять меня таранит, но, короче, вот, чтобы вы понимали, такие вот отбитые челики по жизни есть. Видимо, какие-то очень большие психические проблемы, но есть такие люди, я их не осуждаю, как бы у всех есть свои проблемы. Вот, у него, видимо, очень большие проблемы со психикой в детстве случились, может, его роняли часто, фиг его знает. Так, все, сейчас мы, ребята, подрубаем дрифт-мод и, короче, поехали. Подрубил дрифт. И сейчас будет интересненько. Сейчас будет интересно, как это... Она уже валит лучше, чем Sky. А именно дрифт уже идет лучше, чем у Sky. 100%. Прям мне это очень уже нравится. И у камеры осталось памяти буквально на 2 минуты, ребят. Я уж, если что, извиняюсь. Вдруг окончание ролика получится без лица. Но да, нафигеть, как она боком валит. Только неуправляемо, конечно. Но это жестко. Так, Герман, интерьер в доме Егоровки потом, братан, потом. Слушайте, но мне нравится, как она валит боком. Конечно, это немножко неуправляемо, но в целом это прикольно. Давайте мы сейчас так налево бочком пойдем. Подручник, вот-вот-вот-вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, ребят, да, эта машина на самом деле дрифтит лучше, чем Sky, но менее управляемая, потому что ее прям сильно несет. А почему нету нитро? Я же нитро поставил, почему его нет у меня? Странно, на самом деле, очень. Так, подъехали мы на Рублевочку. И бочком. Ой, как она сложно и плохо управляется, ребят, на самом деле. Очень, я скажу, просто. То есть, прям какие-то... Ну, то есть, не знаю. Короче, есть две стороны медали. Первая, это Sky, который дрифтит вроде как неплохо, но управляемо, да, скажем так. И BMW, которая офигенно как бы дрифтит, но не управляется вообще. Да, вот такие как бы у нас две стороны медали. И камера уже сейчас, ребята, просто обрубится. Поэтому, ну что же, такая сейчас получилась серия. Сегодня мы купили BMW E30, ее прокачали, и она, ну, прям... Она прикольненькая, но дрифтит она прям по жести. Просто, ребята, гляньте. Да, то есть, мне кажется, не знаю, что выбрать в итоге для себя лично, потому что вроде как BMW дрифтит. Ну, то есть, она проще дрифтит, но... Ее проще занос как бы пустить, но она, ну, мягко говоря, неуправляемая совсем, поэтому даже не знаю. Ребятки, короче, ставьте лайки, если такой видосик. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.